Здравствуйте, с вами магазин установочный центр Funcom на обзоре мультимедийной системы на базе Android от компании Canvox для Kia Mahab. Модель H-Line с 9-дюймовым экраном. Вставят штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит достаточно аккуратно. Магнитола немного из-за размеров, получается, выпирает из центральной консоли. Но в целом выглядит достаточно аккуратно и пользоваться достаточно удобно. Рамка выполнена из черного такого матового пластика и достаточно хорошо вписывается в интерьер автомобиля. Здесь также все примерно из такого же пластика сделано. Кнопки на руле подключили, они работают. Работает громкость, увеличение, уменьшение. Также кнопка Mute, которая быстро выключает звук. Вот здесь эти кнопки находятся. И также переключение треков. Кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками. И с подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Камеру заднего вида подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Здесь есть настройки по яркости, светлости, контрастности. В бардачок вводятся дополнительные USB-порты, куда можно подключить флешку, жесткий диск с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И воспроизводить это все на магнитоле. И также дополнительно еще вводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. Можно установить сюда сим-карту, либо же раздать интернет со своего мобильного устройства через режим модема. И также еще дополнительно установили видеорегистратор. Вот так он выглядит с водительской стороны. Точнее, его даже отсюда практически не видно. Он в достаточно компактном, аккуратном корпусе. Также вот производителя Canvox. И главное его преимущество в том, то, что, во-первых, как вы видите, все подключение идет скрытно, то есть от регистратора идет вот такой короткий проводок под обшивку, и далее уже под обшивкой он подключается к магнитоле. То есть он питается от магнитолы, и, соответственно, главное его преимущество, то что управление им идет также через магнитолу. Для удобства можно вынести приложение специальное для управления на главный экран, чтобы быстрый доступ к нему иметь. Нажимаем на это приложение и видим изображение с видеорегистратора. Записывает он, как вы видите, Full HD. И здесь достаточно широкий угол обзора, то есть по краям автомобиля также все прекрасно видно. Здесь можно управлять всеми функциями. И что еще очень удобно, то что можно сразу же просматривать записанные материалы отсюда с магнитолы, и не нужно будет доставать флешку из регистратора. Ну, здесь, конечно же, указывается время, дата и указание скорости по GPS. И еще здесь есть такая функция ADAS, которая определяет расстояние до впереди идущего автомобиля и сигнализирует, когда идет слишком быстрое сближение с впереди идущим автомобилем, или же когда мы стоим в пробке и впереди идущий автомобиль отъезжает, также будет подаваться звуковой сигнал. И данная система также еще определяет полосу движения. Сама же магнитола работает на полноценной Android-системе. Конечно же, это гораздо интереснее, чем это было. Изначально в автомобиле здесь стояла какая магнитола. Теперь же доступны все современные мультимедийные возможности. Достаточно большой экран. Очень удобно всем пользоваться. Все работает очень быстро, плавно. Доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, интернет-радио, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи.
подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем и множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого платить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!